Всем привет, друзья! Привет-привет! Мы сегодня в Костко, приехали втроем. Юшик не поймет, что происходит. Мы в Костко! Ну, скажи привет! Дать, мы в Костко! Приехали на закупку. Привет! Привет! Привет, друзья! Привет! Ну и как всегда, по старинке обзор новой посуды. Костко. Завезли нам такую новую посуду в новом цвете. $50 за наборчик вот такой вот. Мне цвет понравился. Не супер легкая, но и не тяжелая. И вот новинка тоже в нашем Костко. Кстати, недорого. $20 за три таких больших миски. Большая кастрюля. Большая кастрюля Трамонтино на 15 литров. $45. $45. Как-то были другие, исчезли, да? Появилась новая. Это немного другая, да. Я раньше искала на капусту большую кастрюлю специально отваривать капусту на голубцы. Но я нашла выход из ситуации, и мне больше кастрюля не надо. Островок, да, в белом цвете. Миюша, смотри, как раз то он бы хорошо вписался к нам бы на кухню. Это новинка. Цена 160, кстати. Это для полотенец. А, на колесиках, да, очень удобно для кухни. А еще, ну не могу не показать. Краны, смотрите, какие крутые краны. Какая цена на такие краны. Вау. Да, нам часто попадается в распаковках потерянных посылок. Такой вид очень удобный. Дорого? Угу. Неудивительно, почему у нас так хорошо разгребают такие товары. На маркетплейсе, да, за недорого. И, конечно же, не могу пройти мимо такой вот красоты. Как же мне нравится, как я хочу все скупить. Итак, это у нас Калатея. Один сорт у меня есть. Это совсем другой, тоже очень красивый раскрас, да, листики интересные. Очень нравится. И недорого, друзья, $15, да. В керамическом горшке. Вау, очень красиво. Очень красивый филодендрон. Такого у меня еще нет. Но тоже хочу. Какой-то интересный раскрас. Недавно приобрела себе фикус лирата. И это у нас, мне кажется, сансеверия, да. Тоже еще нету. Красота неимоверная. Итак, мой самый любимый хлебчик. Цена 10,50, подорожал. Две буханки хлеба по 482 грамма. Он идет с утрубями, очень вкусный. Здесь и пшено, и кунжутные семечки. Да, получается 10,50. И вот похожий хлебушек. Это новинка точно, тоже с утрубями. И цена 7,40. Две буханки хлеба. Первое, что мы возьмем, это English muffins. Такие вот булочки, 24 булочки на завтрак. Тут просто пальчики оближешь. На завтрак с кусочком сливочного масла и копченым сыром. Итак, цена 8,50. Каждая булочка, кстати, 57 грамм. Так, отлично. Миюша пришла мне на помощь. Ты знаешь, Антон, новинки появились. Это уже, наверное, третий вид хлеба. И, в принципе, ну, $9 за три буханки хлеба, каждая по 550 грамм. Тоже с утрубями, все, как я люблю. Попробуем. Много очень новинок. Вот это у нас запас, конечно, на недельки две. Так, осторожно. Так, сарайчик такой $900, а тут побольше, 1400. Складывать какой-то инвентарь огородний. Ого, вместительный. Это же не гараж, да, это сарайчик. Очень давно брала, но мне они так нравятся. Это такая печенька с орешками макадемии.
13,50 за 700 грамм. Супер дорого, очень вкусно. А что ты смотришь? Не знаешь? Друзья, еще одну упаковочку возьмем печеньек, вот таких вот сердечек, ушек, кто как говорит. Цена 11,50, 900 грамм. Ну, очень вкусные они, такие с сиропом хорошо пропитаны. Возможно, может, я тортик приготовлю. Нам писали, что смотри, можно заварной крем приготовить. Прикол, смотри. И будет торт. Не знаю, какие-то пани-пюри. Это для начинять, да? Да, тут какая-то штука, я не знаю, самолини папс. То есть они вообще какие-то воздушные. Интересно, ну да. Ты не хочешь сердечко взять? Я взяла, да. Я так и знал, мимо не пройдешь. Сейчас скидка на курицу, а вернее куриная голень, ножки. Возьмем от цены $22 минус $5 скидки. Это хорошо, запечем в специях, в духовке. Уже будет вкусно и полезно. Юша. Так, а еще надо пакет взять. Да. Пошли, дочь. Сырный отдел. Это у нас манчего. Манчего нам нравится. $17 за 500 грамм подорожало. Итак, значит, есть копченый сыр Гауда. 12,50 за 600 грамм. А мы берем от фирмы Балдерсон, но нет. Я пока не вижу. Там идет оно, получается, двойного копчения. Но это тоже вкусненько. Так. Боже, друзья, на что я наткнулась? У меня просто нет слов. Посмотрите, какой красавец. Какие интересные листья у него. Форма листа, да, структура. Да, молоденький такой, старый вот такой вот. А ствол розовый, смотрите. Это очень красиво. Мне очень нравится. Просто, ой, это тоже фикус. Обалдеть, какой красивый. И здесь ствол такой красивый. Это у нас что? Это у нас алаказия. Все, я переживаю за освещение. Все, мне кажется, недостаточно будет в моем доме хорошее освещение. Поэтому не так часто покупаю что-то. Нашла я тот сыр, который искала. Сейчас он по скидкам. Возьмем сразу две упаковочки. 500 грамм за 12,50, но сейчас скидка за 10. Берем сразу две упаковки, так как мы не знаем, приедем мы сюда на следующей неделе или нет, а едим хорошо такой сыр. Вот, поэтому положим назад, а еще возьмем так чисто, чтобы была какая-то в доме колбаска, панини. Мне кажется, мы не брали здесь ассорти и мортадела. Мортадела мы берем в Walmart'е, очень вкусно. Здесь и прошутто есть. Очень вкусно. $12, 900 грамм. Отдел овощей. Итак, помидоры у нас есть. У нас закончились огурцы. Предлагают 3 большие огурца за $4. А можно такие вот маленькие, молоденькие, тоже за 4. Возьмем вот эти. Я думаю, за недельку мы съедим. Если в совокупности в салат добавлять помидор, огурец, лук форей, перец салатный, еще какую-то там зелень, то хватит на недельку. Перец у меня тоже закончился. Любим вот этот салатный, $8. Кстати, подешевело, 900 грамм. Очень вкусный, сладкий, на салаты объедение. А еще я в салаты добавляю брокколи, в салаты, супы. Тоже частый продукт в нашем холодильнике. Цена 6,50 за упаковку, а в упаковке 900 грамм. С фруктом мы возьмем на этой неделе виноград. Можно красный, можно вот такой вот зеленый. И цена по $9 за кило 300. Возьмем, наверное, вот такой вот. Вроде хороший, такая хорошая упаковочка. И еще одна новинка, смотрите, равиоли с тыква.
очень красивые на вид, да? Две упаковочки по 482 грамма. А продукт вроде как Италия, да? Органический продукт. Но он тут такой точно есть не будет. Смотрите, тоже равиоли с овощами. $15 за такую вот упаковочку. О, я люблю сочетание. Я люблю продукты, где добавляют шпинат. Так. Заканчиваются у нас такие вот кухонные полотенечка. Сейчас скидка. Было 28, покупаем за 22,50. Тоже дорого, но удобно. Итак, мы в холодильнике. Покупаем молоко. 2% жирности за 5,54 литра. Смотрим на срок годности до 5 числа. Да. Больше не предлагают. Возьмем бутылку. Так. Хорошо, надо сливки и яйца. Очень быстро я туда выбежала. Антон с Миюшей гуляют. Итак, 60 яиц, больших яиц за 18,80. Вроде так. Такую большую упаковку взяла. Потом сливки. Большой процент жирности. Добавляем в кофе. 4,80. Вроде так. Отдел вкусного сока. Вот этот сок мы тоже пробовали. Понравился. Такой утоляет хорошо жажду, когда жарко. Вот. Но брать не будем. Хотя можно. Нет, давайте возьмем. Да. Давайте возьмем. Здесь 3 бутылки. Юшка. 3 бутылки. Каждая бутылка по 1,9 литра. Почти по 2 литра. $10. Новенькое. Не, берем тот самый сок. Watermelon Dragon Fruit тебе понравился? Да. Или у Лени понравился? Не, мне тоже понравился. Да? Миша, привет. А мне вот как-то так. Да? Ну, я такой какой-то лимонадик, да? Ну, типа такой, be careful. А еще возьмем яблоки. Sort Envy. Кстати, джаз какой-то. А теперь мисс. Новинка в нашем кофе. Не нравится? Тебе не нравится? $11 за пакет, а Envy 10. За такой же самый вес. И здесь амброзия, такой же самый вес. Ну, попробуй вот этот джаз. $11, может, вкусненько будет как-то. А еще, друзья, такое надо, чтобы было на кухне. Это соевый соус, часто в готовку добавляю. 9,50 за почти 1,9 литра. А еще возьмем молотый перец черный, 360 грамм от Kirkland. Он такой ароматный, душистый. Конечно, еще не Хэллоуин, но скоро он приближается, через несколько месяцев. И так как будет это праздник вкусняшек, будет у нас и младшая, и старшая ходить в этом году. Поэтому мы возьмем, и к нам будет много деток тоже приходить, поэтому мы возьмем вот по скидке 125, но здесь идет Aero, KitKat и кофейная шоколадка. Да, я что-то перепутал. Мы возьмем за 17,50, та же цена 120 наименований, но здесь идут уже повкуснее. Здесь идет Snickers, Twix, Mars и M&M's. Это чисто на Хэллоуин детям. А нам мы возьмем 18 вот таких вот шоколадок. Тоже за $16. Полные бары, они не маленькие. Так что порадуем себя вкусняшками и кого-то. А вот эта пачка, она будет лежать еще несколько следующих месяцев. Поэтому не страшно. Никуда она не денется. Потому что потом, когда нам надо будет купить, мы так в прошлом году столкнулись, то сладости уже не было. Так, ну и так как взял я в руки камеру, возьмем мы литр майонеза. Не, 1,8 литра. Да, почти 2 литра за $11. Нам здесь самое большое понравился. Хедманс яичный. Еще есть вот такой Real майонез. От Kirkland. От Kirkland за $9. Потом на авокадо. Ну, на авокадо. Кстати, нам не понравилось. Мне не понравилось почему-то в салатах.
Я не знаю, и как-то купили. А как особо такого вкуса? А вот с оливковым маслом был майонез, тот тоже неплохо был. Поэтому, ну, такие на вкус эти. Мы салат редко едим. В основном майонез. Куда мы используем? Салаты. Я использую в супы, борщи и на каше, и вермишели. Ну, короче, везде. Везде. Как и масло. Короче, побольше жира, да. Я вот люблю что-то такое. Миюшек, а ты любишь жирное, скажи? Ты что-то жирное любишь? Застеснялась. Ты куда? Ты куда? Разворачивайся, мы туда не идем. Мия! 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 Let's go this way! Давай! Беги к папе или к маме. Давай! Давай! Быстрее! Быстрее! Обнимашки! Все, устала она, устала. Она уже не может ни бегать, ни бегать, ни говорить, ни кричать. Так, ну, находимся мы в разделе цветов. Я знаю, Лене нравятся лилии. Надо быстренько глянуть, чтобы тут были не такие не распустившиеся, более-менее свежие. Когда они долго будут стоять. Гвоздики. Да, из лилии вот. Вроде бы смотришь, вроде бы нормально, вроде не распустил, вроде их много там. Ой, тут вообще много. Обычно за такую цену их меньше идет. Тут много, ну. Одна вон лилия такая вот. Подраненная. Да, вот когда уже распустились, все, они уже недолго будут стоять. Тут всего 5 букетиков. Видишь, я пытаюсь, а их... А такого нету ничего. Еще посмотрим. Полевые ассорти. С ассорти. Ай-яй-яй. Видите, вот в Костко в этом проблема. Они когда распустились, все, они быстренько все завянут. Друзья, в общем, Антон не смог подобрать мне букет. Он глубоко разочарован. В общем, я предложила, давай я тогда себе на подарок возьму не срезанные цветы, а вазончиком. Тоже красиво. И надолго. Тоже очень-очень красивые растения здесь завезли, конечно. Да. Миша, папина дочка. Так, это у нас... А, спатифилум, кстати. Только, наверное, какой-то варигатный. Мне он тоже понравился. Очень понравился. Так. Ну, я возьму, попробую вот этот. Вот этого красавца. Он мне очень понравился. И недорого. $15 получается, да? Или сколько? Вроде как, да. Все, подарок от тебя. Красивый? Красивый. Он точно не ядовитый? Я все переживаю, что они какие-то ядовитые. Миша не ест. А он не нападет на нас? Смотри, какой у него лист. Да, его еще дракон называют. Ну, ты за что пальчик обмазал? Зелелька. Ну, поехали все. На кассу. Все. Пошли, Миша. Спасибо. Пожалуйста. Я тебя тоже очень сильно люблю. Так, у меня коллекция пополняется. Да. Миюшек, все, мы уже везде сидели. Поехали. Дочь, пошли. Мы уже все пробовали. Давай ручку. Ой, смотри, какая большая тумба, да? Да. Прикроватная тумбочка. Она огромная просто. Ого. Кстати, цвет такой старой мебели, да? Подведем быстренько итоги наши закупки. Овощи, перчик, огурчики, брокколи, яблоки, майонез, соевый соус, сок, молоко, сливки, колбаска, макросвездный вазон, виноград, перец. Это на Хэллоуин, порадовать деток. Пирог, много хлеба, булочек, печеный сыр, печеньки, яйца, курица. Интересно, какой будет у нас счет сегодня? Так, все, друзья, закупка завершена.
Так мы быстренько пробежались по магазину. Ничего особенного, все стандартно, все стандартные продукты. Ну, конфеты взяли, ну, пирог взяли новый. Ну, взяли, что мы еще новое взяли, там, эти, мясо колбасы, чи колбаса мясо. Короче, да, получилось у нас $285, $15 у нас получилось по скидкам. И что там играет? Миюшик, ты что там, концерт? Получается 25 наименований, в среднем по $11, что, в принципе, тоже приемлемо для Костко, с учетом какие-то вары мы сегодня набрали, интересные, вкусные. Будем объедаться, можем себе позволить. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока-пока!